Виктор Александрович. Из города Волоколамск, Московской области. Скульптор. Скажем, профессиональный. Не так, чтобы это любитель, а моя деятельность скульптура. Но такого рода мероприятий, как деревянная скульптура, симпозиум по деревянной скульптуре, получается съездить. Но, ну, как бы, к сожалению, у меня не каждый год это выходит. Там, по всяким обстоятельствам. Но мне очень нравится, и вот я сюда к вам приехал, просто не ожидал, что такой город необычный, с такой историей у вас. И здесь поработать было очень приятно. Надеюсь, что не последний раз. Я сделаю такая, можно сказать, функциональная она будет. Это дракончик, и на нем можно сидеть. Ну, как лавочка. Дракончик-лавочка. Получилось так, что попалось такое бревно с капом. И оно навеяло мне такой сюжет, как дракон. Вот и голова почти что получилась, только добавил глаз, челюсть и задний хвост, это вот сиденье, можно сказать. Вот такая штука. Экспромт такой. Заканчиваем эту работу на все в субботу. И я приглашаю всех горожан города Выкса и гостей также на наше мероприятие посмотреть нашу структуру.